Именно здравствуйте, господа и дамы, с вами Сайрон Кузя, Моровинт и вот эти страшные земли. И мы с вами, как мы и планировали, идем вот куда-то сюда-то. А, я не ожидала. Я не планировала этого говорить, она сама вышла. Прикольно. Я, кстати, иду почему-то обратно. Ну ладно, я сейчас предлагаю взлететь. Чуть-чуть. Хотя можно было бы, конечно, обойти. Блин, кто знает, сколько мы там еще огибать будем. Мы вообще тогда никуда не дойдем. Я хочу выйти на вот эти пепельные земли, на пустыри, на все эти, потому что там где-то есть мега-пещера. И даже не одна. Где лежат артефакты? А, это важно. Потому что я хочу мега-лук. Мега-пушку и мега-колокол. А еще щенка-бульдога. Стрелы закончились. Давай с двух стрел ты умрешь. А у меня упало. Криворукий, хромой. Синий мах ты, золотой. Ой, и первый, и второй. Стихами. Говорю с тобой. Падай. Дорогой. Так, ну мы почти у цели. Для тех, кто к нам только что подключился. А? Я не помню, где находится пещера, которая нам нужна. Я даже название ее не помню. Но в этом вся соль. Есть что-нибудь? Там нет ничего. Ну давай, давай. Может, с тобой на горы поднимались. Чё ты не можешь подняться? На холмик. Главное выйти на пустыри. Бабы! Я иду! Привет. Тебе крылья! Умрёшь! Эй, привет. Ты думаешь, ты сильнее Херсина? Бабенка, ты ошибаешься. Так, тут что-нибудь есть? Ничего тут нет, облом. Пустыри я иду. Дождитесь меня. Пещера какая-то. Пошел вон, зачем я ударил тебя, я не знаю. Я же знаю, что ты мирный. Бывает. О, Караду. 95 уровень. Ой, что-то квестовое явно. Ту-ду-ду. Открыть, не открыть. Конечно, открыть, господи. Открывайся, я сказал. Откройся. Да ладно. Отмычка мастера. А, отмычка мастера, видимо, это была. Ну вот, уже интереснее, да? Чё тут? А, слушай, а что если здесь какой-нибудь артефакт? Было бы неплохо. Потому что я не помню, что это место. Почему оно заперто? Вообще упор. Кстати, а вполне может быть, что здесь что-то есть. Действительно. Почему нет, собственно, да? Пещера запертая, какая-то подозрительная. Так, я предлагаю здесь колечко, потому что я ни черта не вижу. Не, ну я вроде вижу, но как-то хотелось бы увидеть побольше. Чё ж ты всегда это-то снимаешь? Чё, круг, что ли, навернула? А как я не люблю такие запутанные пещеры? Так, нет, мы отсюда пришли. Ну что, тут взлететь надо? Или... Да ёлы-палы, как тут ходить-то? Какое-то все такое одинаковое. Ту-ду-ду.
Нет, просто похожее место было. Мы тут не были. Привет! Отдохнуть надо. Я хочу артефакты, дайте мне. Давайте отдохнем. Что-нибудь тут есть? Ой, не вниз. Вниз нас пустили, однако. Ладно, поплавали, хватит. Можно выйду? Спасибо. Эй. Так, кто-то ходит. Ой, привет, дротики. Крокодайлы. Вот не... Вот сейчас он меня опять поснимает, сволочь. Лежать. Дайте артефакт мне какой-нибудь. Слышь, ты что, фонарил? Отдыхай. И чё? Чё это за место? Ну, дейдрический посох, допустим. И чё? Какой-то трон. Подозрительное какое-то место, непонятное абсолютно. Подозрительно. Что, я что-то не вижу? Какой-то тип того трон. Эбонитовый... Ой, эбонитовый, господи. Эдрический песах. Слушайте, а по атаке он примерно-то как... это самое... Как копье горькой милости. Может быть, вот это вот что-то особенное, кому-то нужное. Странненько, короче, что-то. Что за цветочек? А это что такое? Может, сюда нужно прийти ради мускуса толвания? Кстати, давайте возьмем. Это глупо. Я застряла. Так, ну... Не знаю даже. Что там за свитки были? Свитка пометки. И чё? Подозрительно какое-то место, да? Было очень хорошо заперто. Может быть, было очень хорошо заперто, потому что дейдрический посох, я не знаю. Ну, как-то этого мало, мне кажется. Хотя, почему? Почему мало? Может, и нормально. Вообще, конечно, не хватает либо заклинаний, либо еще чего-то такого, что показывало бы магические предметы, потому что если здесь был артефакт, что вряд ли, наверное, потому что артефакт как-то должен лежать на относительно видном месте, чтобы его можно было заметить, взять и уйти после всех страданий. В общем-то... Так, дай мне вылезти. Мы бы увидели что-нибудь особенное. Но тут что-то ничего нету. Подозрительно, конечно, с одной стороны. Знаете что? Так. Чтоб не забыть. Надо, наверное, название этой пещеры написать. И ради любопытства просто в Википедии посмотреть потом. Чё это за место вообще такое? Потому что я нифига не помню. А может быть, даже и не знаю. Может быть, меня тут никогда и не было, кто знает. Потому что я это место не помню в упор. Значит, скорее всего, меня тут и не было. И я вернулся назад. Я молодец. Так, ладно, давайте на выход. Жаль, нельзя несколько пометок делать.
То есть там, да, когда возврат, тебе дают возможность выбрать, на какую именно пометку ты хочешь вернуться. Это было бы очень удобно. Потому что одна бы у меня где-нибудь в доме была, а вторую я бы ставила на этот самый... На порог каких-нибудь тех самых пещерок, чтобы не наяривать 20 кругов при возвращении. Потому что это утомляет. Сейчас главное пойти правильным путем. Все нормально. Подозрительная пещерка, как ни крути. Так, где выход отсюда? Господи! Вон. Может, здесь все-таки действительно квестовое что-то. Все, мы знаем, что здесь трон. Вот тут где-то прям по центру, короче, ага. А вот они, пустыни мои, которые я так хотела увидеть. Вообще, вот здесь как раз таки можно было бы, наверное, включить оборотня, потому что людей мы тут не встретим. Дринитов. А если встретим, то это будут в основном Ашлендеры. Враги, которые. Да и к тому же я не буду подбегать к ним. Не знаю, надо подумать над этим. Значит, я очень долго ходить. Открой дверь-то, господи. Привет. Такой идет, как у себя дома. Ты фонарил, что ли? Можно было бы у него мечик взять, ну ладно. О, привет. Быстро ты что-то. Звуки, конечно, жуть вообще. Жуть жуткая. О, здрасте. Ты как факел ходишь тут. Давайте порадуйте меня каким-нибудь мега-предметом, я не знаю. Где твои друзья? Ты тут один? Грубо-то обращаться, я же в гости. Подумаешь, с оружием наперевес, с кем не бывает. Плевать. Хе-хе-хе-хей! До свидания. Так, нет, тут тебя я, пожалуй, сниму. Мало ли, сейчас влетит куда-нибудь в голову. И чё, и всё, о господи. Кож, да, Эдер, не хочу ее брать. Тебе возьму. Подозрительно. Если вы не в наушниках, оденьте. Вот прямо сейчас и послушайте. Жизнь звуки. Конечно, ютубчик вряд ли их передает, так как я тут сижу, их слышу. Как ни крути. Все? Все. Будет, по-моему, какое-то задание. Вот что-то какая-то похожая такая гробница. И вот что-то связанное со свечкой. Либо просто было задание, где вот точно такой же зал был, очень, ну или очень похожий. Где была какая-то ваза, и там были свечки, и я их запомнила. Ну, что-то такое. Память вообще странно работает. Я имею в виду в целом, не только у меня. Так, ну что? Да лететь не надо. О, привет. Здрасте. Вы деретесь? Конечно, деретесь. О чем я вообще говорю? Конечно, вы деретесь. Динго. Что? Динго.
И заперты. Ты посмотри, дурачок какой. На 50-м замке 50 золотых, это жестоко. По отношению к тем, кто не такой мастер взлома, как я. Черт, опять стрелы не активированы. Пиу. Черт. Так стрел нет, еще их тратить. Так, понеслась моча по трубам. Начинается. Шо, кто, где? Пиу. Как я ненавижу вот эти вот руины, вот так, такого вот плана. Те, которые вот так вот выглядят. Как я их ненавижу. Какие они видящие. Начинается. Они такие долгие. Вот этот Кагарун, он, кстати, ну, как вы понимаете, я думаю, уже... Он целиком и полностью квестовый. Вот прям вообще-вообще квестовый. И мы поэтому в него сейчас не пойдем. Мы только так сейчас зайдем, посмотрим, что тут есть. И свалим. Я не помню, кто именно даст это задание. Возьмем, пускай один будет. Вполне возможно, на... Вот, кстати, нам нужно будет чаша дома до год. Ее то ли закажет кто-то, то ли еще что-то. В любом случае. Она, кстати, по-моему, была. Или нет? Мы брали... Вино, по-моему, до год. Что-то такое мы брали. Вот насчет чаши не помню. Это все барахло у нас валяется. По-моему, Кайкасадес попросит чашу дома. И отправит нас за ней сюда. Но в Кагаруне, по-моему, еще что-то будет. Если я не ошибаюсь. Че чихну? Ой, спасибо. Так. Вот туда я заходить не буду. Не, я, конечно, зайду, я вам покажу, но вот входить прям я там не буду. Потому что это, видите, что начинается? Вот эти вот ходы, 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 еще на два уровня. Это, короче, надолго. А то и на три, на три дырку. Не пойдем мы, короче, еще сюда. Нам надо чуть-чуть севернее забирать. Если мы хотим хотя бы примерно выйти к тому месту, где мы можем найти пещерку. Я помню пещера, в которой что-то было, то ли копье, то ли лук, вот что-то такое. Она находится прям на таком пустыре-пустыре. Вот прям пустынная-пустынная такая местность вообще прям... Я даже не знаю, я никогда таких пустынных в Моровинде территорий не видела. Прям вообще. Пустырь пустырем. Не знаю, пустыня смерти. Я не знаю, как это еще назвать. Короче, вот, вот где-то там она одна такая одинокая, одинокая дверь. И вот за ней, спустя 10 километров тоннелей, что-то есть. Это тоже, как вы понимаете, квестовый. Здесь вообще, по-моему, кого-то грохнуть. Нужно будет прийти сюда и вот, по-моему, зайти сюда. И вот что-то тут сделать. Да. Я даже вспомнила, что... Но я не буду говорить. Привет, мужик. Так, ну ты мне, естественно, ничего сейчас... О, ты смотри, ты у нас атлетику преподаешь. Может, ты и мастер? Это кажешься мастером, я у тебя сейчас ее вкачаю. Классно? Нет, жаль. Давай меткость. Ой, нам надо отдохнуть и обдумать изученное.
Ладно, не важно. А у тебя кровать тут есть? Слушай, очень надо. О, есть. Давай ты мне разрешишь пос... Ой, спасибо тебе, мужик. Прям вообще. Молодец. Ой, он мастер. Он мастер меткости. Какая прелесть. Иди ко мне, мужичок. Мой мастер. Я твоя Маргарита. Чушь несу. Не важно. Ой, как хорошо-то, слушайте. Мужичок, давай соточку мне. Эй, запомнили, да? Фалос Марион. Фалос Марион. Фалос Марион. Короче. Урок искусства стрельбы. Нам он уже не поможет. Вы знаете, что им делать? Он, видимо, читал до усерии, пока на 100 не выучил. Сундук, выглядящий поношенным. Короче, вот тут живет мастер меткости. Очень рад знакомству. Вот, он очень рад знакомству. Так что, кому нужна меткость, приходите, изучайте. Бот. Сейчас мы только зайдем сюда, отметимся. Типа, хей. Понятно. Все, и давайте тогда тут остановимся, потому что как бы пора. В следующей серии пойдем дальше исследовать. Вот пойдем вот сюда. Вот сюда. Будем смотреть, что там, потому что я все-таки хочу найти что-нибудь интересное. И в частности, хочу найти ту самую пещеру, о которой я говорила. Вот прям очень хочу. Не знаю, у меня это желание где-то, наверное, с серии с третьей. Как и желание добыть драконью кольчугу, вот эту вот, точнее панцирь, но его мы уже добыли, так что теперь я хочу вот туда. Вот, в общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, не знаю, пишите впечатления от увиденного вообще в серии, не знаю, если вам есть что сказать по этому поводу. Ну и в общем-то увидимся в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен, Кузя, Моровинд, Район Эшленда. И, в общем-то, всем удачи и пока-пока.